Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 24 мая 2022 год. Обстановка в Одессе, слава богу, спокойная. Ночь прошла тихо, мирно, спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, не было никаких взрывов, выстрелов. Все просто замечательно. Даже на секундочку забываешь о том, что идет война. Последняя воздушная тревога у нас в Одессе была ближе к вечеру. Началась она в 16:01 и отбой дали в 17:02. Во время этой воздушной тревоги сообщали о вылете ракет с моря, но, слава богу, никаких ракетных ударов ни по Одессе, ни по Одесской области во время этой воздушной тревоги не было. Также в 11 часов ночи появилась информация о взрывах, но немного позже, буквально через 5 минут, сообщили о том, что это работают наши силы обороны, без паники, все под контролем. Что именно происходило, то ли сработало ПВО, то ли проходили какие-то учения, об этом не сообщалось. Вот. Скажу от себя, друзья, что когда такое долгое отсутствие воздушных тревог, как показывает практика, после этого начинается тревога за тревогой и начинаются массовые ракетные удары. Не только по Одессе, но и по всей Украине. Ну дай бог, что этого не будет. Дай бог, сегодня все будет замечательно и хорошо. Всем желаю хорошего дня, мирного неба над головой. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.